Какая большая порция пельменей. Надо было догадаться, когда она сказала вам одну. Рядом с гостиницей тут зеленый уголочек. Хвойнички. Можжевельнички. Цветочечки. Каштан. Ну, кто-то хвойников болеет. Беседочки. А, это грильхаусы, что ли? Что это тут? Мимоходом. Не заглянуть. Тут. А, можно ли посидеть, отдохнуть? Вон такая интересная клумба. Гостиница, в которой мы живем. По газонам не ходить. Вот. Вот так вот. И сегодня в этом доме культуры, Нефтяник, самое магическое шоу. В Петербурге дожди, а здесь жара. Автобус объезжает, я решил ножками прогуляться, служебный вход найти. Не знаю, с той стороны иду, не с той. А вот, видимо, сюда. Видимо, здесь подъезжать по травке, что ли, должен. Интересно, как он подъедет. Это служебный вход. Концертный зал. Сюда, да? Ага. А, с той стороны подъедет. Здравствуйте. Здравствуйте. В этой кулисе, значит, работаем. Понятно. Так, традиционная себяшка. Как же без нее? Мне не совсем понятно, как он заезжать-то будет. Потому что можно ли там заехать? Здесь. Трава у дома. Говорит, разгружайте здесь. Ну ладно. Слушайте, а это не интересно. Надпись Ж. Пристройка к. Пока есть немножечко времени, исследуем закулисное пространство. Так, тут какое-то подземелье, подполье. Ну, за задником проход. Угу. И все ясно. И выход в эту кулису. Все понятно. Так, надо свой чемодан подкатить и потихонечку готовиться. Ну, почти все готово. Тут квадрокоптеры, тут фокусы, фокусы. Так интересно, программки висят. Выступления за кулисами с прошлых концертов. Ну и вот пространство вот так вот оно меняется. Почти все убрано, почти все заряжено. Почти-почти чуть-чуть осталось. И из приключений до концерта приходили из администрации, или я не знаю, что за лица. Короче говоря, наши доблестные администраторы, собирающие зрителя, в неположенных местах повесили афиш. Ну, понятно, желая собрать как можно больше зрителя. В общем, нарвались на штраф, ну, по мне так небольшой, 2000 рублей, потому что я знаю, там бывает от 5 до 30, кажется. В общем, либо угроза отмены мероприятия. Им проще заплатить штраф. Ну, выписывается там штраф. Он не обязательно прям сиюминутно будет погашен. Ну, погашен. И все, и мы работаем. Интересно, надеюсь, это того стоило. Это не одна, надеюсь, лишняя афиша за 2000 лет там висит за углом в неправильном месте, а поболее. Вот уже ряд занят, занято. Третий ряд между рядами так.
Говорят, у каждой девушки должна быть своя изюминка, безизюминка и тараканинка. Все, отработали. Спасибо большое за жаркий прием. Все, иду к своим.